300 очков там выбивали за сезон, так и сейчас футбол прогрессирует, поэтому чем дальше футбол идет, тем больше мячей ложится в угол ворот. То есть люди научились, грубо говоря, бить по мячу еще лучше, еще сильнее, еще точнее. Появились настоящие профессионалы, которые там с 30 метров могут в шестерку или в девятку положить. Я понимаю, что многим покажется, что сейчас я глупость говорю. Я сам в этом на 100% не уверен, но мне именно так кажется, что футбол прогрессирует. Поэтому я никогда не... Ну, то есть я поддерживаю легенды старины.